14 марта глава Ленинского района Олег Хромов провел очередной выездной личный прием граждан в поселке Развилка. За решением имеющихся проблем к руководителю муниципалитета в этот день обратились 26 человек. В числе поднятых вопросов – благоустройство и эксплуатация жилых домов, жилищное строительство. Для сельских населенных пунктов поселения актуальными являются состояние дорог, водоснабжение и водоотведение. Следующий выездной прием граждан Олег Владимирович проведет 21 марта в сельском поселении Молоковское. Каждый житель Московской области сможет внести вклад в наведение порядка во дворах, скверах и парках на территории родных городов и поселков. Как и в прошлом году, субботник пройдет под девизом «Чистый двор, чистая совесть». Первые субботники в муниципальных образованиях пройдут уже в марте. Даты будут определяться с корректировкой учета погодных условий. В целях реализации закона о бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям администрация района приобрела в муниципальную собственность земельный участок в Коломенском районе, село Федосино, в связи с чем администрация района просит членов семей, состоящих на учете и имеющих право на бесплатное предоставление собственности земельных участков, в срок до 21 марта 2016 года направить в адрес администрации письменный отказ или согласие на предоставление земельного участка. С 17 марта на нашем канале состоится прямой эфир с главным врачом Видновской районной клинической больницы Виктором Шашковым. Тема эфира – «Единый день диспансеризации». Вопросы можно задать по телефонам 541-25-40 и 541-25-25. Начало эфира в 20 часов 15 минут.